Всем салют, меня зовут Альтер. В данном ролике речь пойдет об улицах города Нижнекамск, которые плохо освещены. Например, речь пойдет о мертвой дороге, которая никогда не освещалась, как плохая дорога, так и плохое освещение. И дорога от мечети до Шинников 1. Перейдем на Бакир-Манче. Сейчас мы находимся на Бакир-Манче. Это дорога, которая идет от мечети до проспекта Мира. Выключи свет, давайте посмотрим, как здесь. Время 7 часов, тут уже темень, ничего не видно. Включи свет, пожалуйста. Насколько я помню, тут вообще никогда не было освещения, то есть я был маленький. Здесь вот эта стройка стояла, забор огражденный. Ну, об этом, наверное, я в другой раз скажу. Другое видео будет. Вот в такой вот темноте все ходят. Идемте дальше. Сейчас мы находимся на проспекте Строителей, напротив ТЦ «Меркурий», вот возле «Рамус». Здесь, как вы видите, тоже плохое освещение. Пойдемте дальше на Строителей, посмотрим, что там. Сейчас мы находимся во дворе Строителей 28, рядом Химков 54. И двор здесь совершенно не освещается. То есть, ну, детская площадка, мы вам ее покажем, она просто не освещена вообще никак. То есть, ну, я не знаю, тут опасно возвращаться домой поздно ночью, да и хоть час вечером даже. Также за домом Химков 54 дорога от Преста до Макдональдса, например, тоже плохо освещена. И это только здесь. Давайте пойдем дальше. Вот она, детская площадочка. Вот. Как видите, ничего тут не видно вообще. Вот тропиночка. Видно? Вот. Короче, просто тьма. Вот, идем в сторону аркады. К Макдональдсу. Дорога тоже плохо освещена. Ну и у нас сладенькая дорога от аркады до Ситимола. Маленький этот кусочек. Как видите, она такая вся побитая, в общем. И, по-моему, здесь никогда вообще не было освещения. Всегда тут надо подсвечивать вспышками телефону и так далее, чтобы не споткнуться. Вот. Вот как увидеть этот бордюр? Никак. Да, люди вон подсвечивают. Где? Просто потому, что не видно. Идут со вспышкой. Но, в принципе, этого, я думаю, достаточно. Как бы таких улиц, таких промежутков, кусочков дороги по всему городу очень много. И на Чишмале, Сюмбике, Дедюшес, да, там и школы всякие. Там тоже нет освещения, и таких районов очень много. Я думаю, это видео увидят нужные люди, так что пишите в комментариях, какие районы плохо освещаются. И я надеюсь, что когда-нибудь все это дело исправится. Всем спасибо, меня зовут Альтер, и мне есть что сказать. Check it out.